получилось то, что хотели мы. Вот, опять же, наверное, это ребята еще, наверное, не готовы до конца играть собрано. Вот, не хватает опыта, наверное, потому что местами вроде видим то, что мы тренируем, то, что мы хотим видеть. Вот, но местами где-то заигрываются ребята, и как бы действие там одного игрока приводит к череде ошибок. Вот, но еще раз повторюсь, огромный плюс, что у ребят есть огромное желание, что они хотят расти, что даже после этих игр, поражений, никому это не нравится, никто не хочет проигрывать. И через работу, через тренировки будем добиваться совместно, как бы сводить эти ошибки к минимуму. Ну и я уверен, что результат придет.